очень хороший спектакль, замечательные исполнители. Вот как мы их первый раз слушаем от его оперы. Ну, просто замечательно. Герцог, а Риголетто это вообще потрясающе. Так что мы решили, что будем почаще ходить в театр. Спасибо. А чем понравилось? Голоса понравились. Все понравилось. Замечательно. А чем понравилось? Установка, выступление артистов, то, как они вошли в роль. Вот, и ну и оформление сцены. Все гармонично, все очень красиво. Спасибо. Впечатления своеобразные. А почему своеобразные? Ну, что-то понравилось, что-то не сильно. А что не очень? Постановка не понравилась. Голоса хорошие. А постановка не понравилась. Особенно конец был вообще потрясающий. Я еще так не смеялась никогда. А почему? Ну, если бы видели, как ногой так это отбрасывало по-домашнему и все прочее. А чем понравилось? А все понравилось. Мы так играли сегодня здорово. И зрители хлопали, и певцы пели хорошо. И, в общем, прекрасный спектакль. А чем понравилось? Всем. Всем понравилось. А чем особенно? Настроение. Голоса красивые, настроение. Голоса красивые, необыкновенные. Великолепный спектакль, прекрасный солист. Единственный вопрос к оформлению. Я бы, конечно, обновила. А вообще музыка потрясающая. И очень хорошие голоса, чудесные. Нам понравилось. А чем понравилось? Полностью понравилось. Собственно, сложно что-то выделить. Все отлично. А чем понравилось? Мне немножко не понравилось Джильда. Как вам сказать? Голосок у нее хороший, а произношение отвратительное.